Меня зовут Валерия, я ученица 4 класса. Сегодня суббота добрых дел. Я у себя сегодня во дворе нашла двух маленьких котят, бездомных. И я их забрала к себе, и сейчас я буду совершать доброе дело и их кормить. И они останутся у меня жить. Мальчик и девочка. Мальчика рыженького я назвала Персик, а девочку Мотю я назвала Моти. Сейчас я их еще попою водичкой.